Во дворце игровых видов спорта «Содружество» прошел финальный этап чемпионата Москвы по боксу среди мужчин. Всего за 5 соревновательных дней на ринг вышло 116 участников, представляющих около 20 спортивных обществ столицы. На ринге «Содружества» сильнейшие московские боксеры, составившие 11 финальных пар, оспаривали путевки на чемпионат страны, который в ноябре стартует в Ростове-на-Дону. Борьба развернулась между спортсменами в возрасте от 19 до 34 лет в 11 весовых категориях. По итогам состязаний в командном зачете лидировали спортсмены ЦСКА, на счету которых 4 медали высшей пробы. По положению о проведении соревнований обладателем золотых медалей будет присвоено звание мастеров спорта, но при одном условии. Сам боксер должен одержать не менее 3 побед и являться кандидатом в мастера спорта. Поэтому по итогам состязаний многие, занявшие высшие ступени пьедестала, отправятся на ростовский ринг в прежних погонах. Однако их это обстоятельство ничуть не смущает. По словам золотых медалистов турнира, главное, что они попали в московскую сборную, да еще и в статусе первых номеров, и будут отстаивать честь столицы на чемпионате России.